Всем привет! Сегодня будем испытывать вот такой оттеночный шампунь Палет. Светлый коричневый оттенок, номер 231. Пишется с маслом органовым. Сейчас попробуем. Я его уже открыла. Тут идет два тюбика эмульсии и крем. У кого короткие волосы, можно использовать одну вот эту вот штучку и половину тюбика вот этого цветного. Ну, у кого длинные, то два и весь тюбик. Тут у нас инструкция. Итак, для начала смешаем эмульсию и крем цветной. Так, смешали. У меня получилось что-то вот такое, больше похоже на крем. Я брала весь тюбик и обе эмульсии, потому что, ну, вы и так видите, как-то тут немного. Хотя волосы у меня не длинные, но я, короче, все смешала. Итак. Итак, сейчас у меня вот такой вот цвет. То есть возле корней темнее и к низу светлее. Сейчас будем наносить наш оттеночный шампунь. Нанесла я шампунь. Там пишется, его надо хорошо вмассировать, чтобы образовалась пенка, как у шампуня. Ну, наносится, ну так, как краска. Но вот запаха, ну, запах не такой, как у краски. Ну, есть чуть-чуть запах, но он не воняет, не резкий запах. Чуть-чуть совсем. Теперь ждем 20-25 минут. Прошло 25 минут. Иду я смывать это все. Там пишется смывать, пока не пройдет пена. То есть она будет сначала пениться, а потом надо все смывать, пока вода не станет прозрачной. Итак, вот что получилось. Надеюсь, вам видно. Цвет получился, как я хотела. Видите, он сравнял этот шампунь и корни, и низ мой светлый волос. Кстати, он очень легко смывается. Я там думала, я его буду смывать полчаса, пока вода не станет прозрачная. Нет, он раз и смылся. То есть вообще очень быстро. Ну, от других оттеночных шампуней такого не было. Когда я пользовалась другими, они, ну, долго смывались. А тут смотрите, какой равномерный красивый цвет. Мне очень понравилось. Так что рекомендую всем.